скромный юбилей лидера Чечни. Рамзану Кадырову на этой неделе исполнилось 35. Свои дни рождения глава Чеченской республики привык справлять, что называется, на широкую ногу. В предыдущие годы празднование сопровождалось приглашением мировых знаменитостей и роскошными подарками, чего стоит одна Феррари Тестароса, подаренная ему на 30-летие предпринимателями из Москвы. Однако в этом году именинник пошел на другую крайность, отметил день рождения в кругу семьи. Кроме того, запретил проводить увеселительные мероприятия в свою честь, а чиновникам приказал не дарить ему подарки и даже пригрозил увольнениями. Однако юбилей Кадырова невзначай совпал с празднованием Дня города Грозного, Днем учителя, Днем молодежи и еще Днем работников уголовного розыска. А эти праздники глава Чечни решил отметить, разумеется, по полной программе. В центре чеченской столицы открыли современный квартал из нескольких небоскребов Грозной Сити. Кульминацией стал масштабный концерт. В списке приглашенных знаменитостей Ванесса Мэй, Жан-Клод Ван Дам, Хилари Суонг. Последняя все же нарушила табу и рискнула поздравить именинника. Happy birthday, Mr. President. И с днем рождения, господин президент. Thank you again very much. Откуда вы знаете? Кроме голливудских звезд, на праздник пригласили более 200 журналистов со всего мира. А уж они-то не постеснялись спросить у Кадырова, откуда деньги на такие масштабные стройки и массовые гуляния. На что глава Чечни отметил, что финансирование имеет божественную природу. Аллах дает нам деньги. Мы сами не знаем. Аллах дает и строим республику. Добавлю, по оценкам некоторых СМИ, приглашение одной из знаменитостей уровня Ванессы Мэй могло обойтись Рамзану Кадырову в полмиллиона долларов. Чувствуем себя здесь родными людьми, потому что так нас здесь встречают, такая здесь удивительная атмосфера, и мы рады тому, что честь ведения сегодняшнего праздника выпала нам, Николаю Паскову. Спасибо. И Игорю Вернику. Спасибо. Примите мои искренние сердечные поздравления с замечательным праздником, Днем города Грозного. Сегодня нам звонил президент России, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Он просил передать самые теплые поздравления народу Чеченской Республики. В связи с Днем города также он поздравил всех нас с вами с Днем Учителя и Днем Молодежи. Своим народом ты с любовью вновь отстроен. Ты благодарен всем, кто жизнь в тебя вдохнул. И легко пред вами стоять. Услышьте меня. Дорогие грозненцы, вы готовы к празднику? Ну, тогда объявляем открытие прекрасного, невероятного концерта, который сегодня впервые по-настоящему вот так здесь, во льду, состоится в Грозном.